блокчейн-хранилища данных о студентах. Японская транснациональная корпорация Sony планирует создание блокчейн-платформы для хранения и обмена информацией об успеваемости студентов. Медиаконгломерат уже подал патентную заявку на разработку в ведомство по патентам и товарным знакам США. Новая платформа позволит сохранять информацию об имеющихся сертификатах, аттестатах, дипломах, образовательном опыте, профессиональных навыках и предметах, изучаемых во время обучения. Разработчики отмечают, что данными можно будет не только обмениваться, но и передавать в случае необходимости.